Ровно на 43 года помолодели в этот день наши фронтовики. Словно только вчера одержана великая победа. В небесах мы летали одних, мы теряли друзей боевых, но тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Надо помнить, как помнит каждый свой боевой вылет военный летчик-истребитель Анатолий Кожевников. Он воевал с первого и до последнего дня Великой Отечественной. Несколько раз был ранен, горел, чудом оставался в живых и снова вступал в бой, атаковал и сбивал фашистские самолеты. Выходить победителем, возвращаться на родной аэродром, наверное, помогала ему и уверенность в том, что там, на земле, ждет его любимый человек, Тамара, жена, инженер авиаполка. Любовь прибавляла сил и хранила в огненном небе. 27 вражеских машин сбил герой Советского Союза Анатолий Кожевников. И никакая война не могла помешать их любви, их молодому счастью. Судьба, неразрывно связанная с небом. В этом году она вновь свела их с Артуром Форестом, американским летчиком. Встреча через 43 года. Сколько воспоминаний оживила она. Нет такого ветерана, у которого не хранилось бы что-то на память о войне. О, у меня тоже сохранилась реликвия. Это наш советский плакат. Воин Красной Армии «Спаси» в 42-м году он появился. Каким образом сохранился он у меня? В ту войну не хватало карт. Вот я нарисовал линию фронта и по этой карте летал. Но самый необычный сувенир привез Артур Форест. Скатерть с напутственной надписью, сделанной Кожевниковым 26 марта 45-го года. Это память об одной поистине удивительной истории. Вот что произошло тогда. Весной 45-го года пилот американского бомбардировщика Артур Форест поднял свой Б-17 с аэродрома в Италии и взял курс на Берлин. Отбомбился. А на обратном пути его перехватили два мессера. Обстреляли, прижали к земле. Выхода не было. Гибель казалась неминуемой, ведь бензина оставалось на 3 минуты. И тут внезапно в небе появился советский истребитель. Это был Кожевников. Он смело атаковал мессеров, отогнал их, а затем привел на свой аэродром израненный самолет союзников. На борту его было 11 человек. За спасение американского экипажа, за вклад в укрепление дружбы между народами, Артур Форест вручил Тамаре Богдановне и Анатолию Леонидовичу диплом о принятии их в Международный клуб Львов. Они первые советские граждане, ставшие членами этого клуба. And we all have to be friends to accomplish this too. The people have to do it. Мы должны быть друзьями с тем, чтобы то, что задумано, должно быть достигнуто. Because I think actually our world is made up of people. Потому что мир сделан из людей. And what I saw yesterday in Red Square. То, что я видел на Красной площади. Was very, very emotional for me. Было для меня очень эмоционально. In your demonstrations yesterday on the march. И то, что эту солидарность люди вчера демонстрировали во время праздника. And I always knew 45 years ago that people were beautiful. Уже 45 лет тому назад я узнала о том, что люди вашей страны прекрасные. And I found out again yesterday that they're more beautiful than I thought. Вчера я понял, что они еще более прекрасны, чем я думал об этом. Сюда же, к Большому театру, пришел в этом году еще один американский летчик, Брэд Смитерс.
И хотя не нашел он прежних друзей, зато обрел много новых. Сегодня юные граждане разных стран активно учатся понимать друг друга и призывают взрослых последовать их примеру. К голосу молодежи прислушиваются политики самого высокого уровня. Михаил Сергеевич Горбачев встретился в Георгиевском зале Кремля с представителями учащихся трех стран – СССР, США и Финляндии. Все они участники молодежной конференции «Творцы 21 века», которая проходила в Хельсинки. Там обсуждались важнейшие вопросы – каким видят молодые свое будущее и что могут сделать для его осуществления. В процессе работы ребята учились находить взаимоприемлемые решения. Оказалось, что это вполне возможно. Одним из итогов конференции явилось обращение советских и американских сверстников к генеральному секретарю ЦК КПСС и президенту США. Здесь, в Кремле, обращение было передано Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Его текст прочел американский школьник Ричард Угар. «Нас объединяет чувство беспокойства за судьбы планеты, говорится в этом документе, и решимость бороться за наше будущее. Мы выражаем поддержку вашим усилиям по установлению мирных и конструктивных отношений между нашими странами, основанных на сотрудничестве и доверии». Обращаясь к представителям советской, американской и финской молодежи, Михаил Сергеевич сказал: «Очевидно, ответственность старших поколений. It's evident that the responsibility of the older generations состоит в том, чтобы подготовить, создать предпосылки для того, чтобы ваши планы осуществились. Consists in preparing the grounds or preparing prerequisites for all your ideas and thoughts to be realized in the future. Надо, несмотря ни на какие различия, которые имеются в нынешнем мире, реальные. Despite of all the difficulties and contradictions which are real that exist now in the world, выявлять то, что объединяет народы, to reveal what unites our peoples, и прежде всего объединиться, and first of all to unite the efforts of the people, в поисках прочного мира, in search for a standing peace, положить конец гонке вооружений. Я думаю, что участие в этой инициативе делает вам всем честь. Пусть эти чувства, которые пришли вам в эти юные годы, навсегда останутся руководящими в вашей жизни. Счастливого вам пути. I wish the sentiment счастливой that дороги. You are guided by now. Песня, написанная советскими школьниками, была исполнена на двух языках. Нам друг без друга не прожить. Такова осознанная реальность сегодняшнего мира.